Ребята, вы хедлайнеры этого фестиваля, скажите. Что, погоди, погоди, какие хедлайнеры? А, хедлайнеры. Ребята, вы хедлайнеры. Ну, подожди. Звезды. Хуйлайнеры? Хедлайнеры. Ну да, и чё? А, как вам ощущается в роли звезд? Как ощущение от такой звездности-то дикой? Смотри, смотри, смотри. Понятие звездность, оно как бы не очень применимо к нам. Не надо кидать понятие звездность в понятие панк-рок. Смотри, дикая звездность — это понятие немножко неприменимо к нам. Давай не будем понятие звезд кидать в понятие рок-н-ролл. Хорошо, но, например, такие группы, как Aerosmith, они же звезды. Много же иностранных команд, которые все равно звезды. Aerosmith, U2 и так далее. Это херня все. Сейчас звезды относятся только к попсе. Рок-н-ролл нужно от этого отгораживать. Фигня. Смотри, вот сейчас, когда понятие звездность относится вот к той музыке, которая, блин, попса считается, да? Стало быть, рок-н-ролл должен от этого отгораживаться.